Всем привет на канале «Недвижимость в Чехии». Сегодня у нас эксклюзивный обзор, так как мы находимся с вами в самой красивой части Праги. Это называется место «Королевские винограды». Здесь очень красивая архитектура, как вы видите. Одна из самых дорогих частей Праги, в том числе и недвижимости. Я хочу вам показать здесь один проект, который проходит реконструкцию полнейшую. Очень красивый дом. Если вам интересно, оставайтесь на канале, и мы начинаем. Находимся мы с вами на Праге 2. Район называется Королевские винограды. Это один из самых красивых районов в Праге. Здесь очень много исторических домов. Красивая архитектура, парки красивые также есть. Проживает здесь 49 тысяч жителей. И 90% этого района – это вот такая вот красивая историческая застройка. Этой застройке уже более 100 лет. Проект, который здесь хочу вам показать, называется «Полска 52». Вот вы видите слева сейчас дом с баннерами, написано «Полска». Этот дом проходит полную реконструкцию, как снаружи, так и внутри. Капитально будет полностью все коммуникации заменены в доме. Ремонт общих помещений в доме будет производиться. Этот дом 1912 года постройки. Также в проекте будут использованы очень дорогие качественные материалы, в том числе и отделка квартир. Всего будет 21 квартира в доме и 23 паркоместа. Планировки квартир будут от однокомнатных 1 плюс КК до 5-комнатных 5 плюс КК. Окончание реконструкции запланировано на середину 2025 года. Стандарты отделки в доме. Это у нас полы в комнатах будет дерево. Также будут восстановлены старые исторические окна. Будут европакеты. То есть окна будут деревянные такие же, как вы видите. Ванные комнаты будут в керамической плитке. И квартиры будут сдаваться, получается, полностью с ремонтом. Цены на квартиры начинаются от 280 тысяч крон или 11 430 евро за метр квадратный. В стоимость квартиры не входит паркоместо. Его можно докупить только квартирам 4 плюс КК и 5 плюс КК. Стоимость паркоместа 5 миллионов крон или 205 тысяч евро. Приведу пример нескольких квартир с ценами и планировками. Квартира 1 плюс КК на нулевом этаже, 27 метров квадратных, плюс 15 метров терраса с палисадником. Стоимость 11 миллионов 795 тысяч или 481 500 евро. Квартира 2 плюс КК на первом этаже, 50 метров квадратных, плюс 3 метра кладовка. Стоимость 15 миллионов 745 тысяч или 642 660 евро. Квартира 4 плюс КК на четвертом этаже 116 метров, плюс 2 метра балкон, плюс 3,5 метра кладовка. Стоимость 37 922 тысячи или 1 547 840 евро. Очень красивая здесь архитектура, как я говорил. Видите, вот еще. Очень красивый дом. И квартира еще одна, 4 плюс КК на шестом этаже, 114 метров, плюс 6,7 метров балкон, плюс 2,6 метра кладовка. Стоимость 40 миллионов 990 тысяч крон или 1 653 тысячи евро. Схема оплаты у застройщика – это вы подписываете договор резервации, оплачиваете 500 тысяч крон, дальше в течение месяца вы подписываете договор о будущей покупке и доплачиваете 15% с учетом оплаченной резервации 500 тысяч крон. И после ввода в эксплуатацию дома, то есть по окончании реконструкции,
вы доплачиваете уже остаток 85%. Вот мы с вами подошли на угол, буквально 40-50 метров. И здесь начинается красивый очень парк, называется Региевые сады. Возможно, я сейчас подойду и покажу вам коротко этот парк. Там очень красивый вид на Пражский град. Давайте расскажу вам о инфраструктуре. 30 метров от дома, вот мы прошли с вами, находится этот парк Региевые сады, очень красивый. 40 метров от дома находится ближайший садик и школа. 230 метров остановка метро Ежево из Подебрат. До центра две остановки, то есть это 4 минуты и вы в центре. 490 метров от дома находится ближайший супермаркет Альберт. В радиусе 200 метров от дома вы найдете множество ресторанов, кафе, баров. То есть здесь очень хорошая инфраструктура. И 1,4 километра от дома находится главная улица Праги, Вацлавская на Амнисти, Народный Пражский музей также нам находится. Вот мы с вами уже попали на территорию парка. Ну что, вот мы прошли 300 метров от дома. Это высшая точка в парке. И вы видите, какой открывается вид на Пражский град. Вот он. Это получается центральная часть Праги там. Очень красивый вид. Также вечером очень также красиво, так как все светится. Ну, это считается один из таких самых красивых парков в Праге. Ну что, давайте подведем итог сегодняшнего обзора. Очень красивый дом, который проходит реконструкцию. Мне очень он понравился. Район также мне очень нравится. Здесь комфортно и жить. И это относительно недалеко от центра. Пешком, наверное, минут за 7-10 можно дойти до центра города. Также здесь хорошая инфраструктура. Стоимость квадратного метра в данном проекте, конечно, не дешевая, но всегда недвижимость в этом районе была выше, чем в остальных частях Праги. Есть единственная улица, которая дороже, это улица Парижская. Хотите, оставлю вам ссылку, делал обзор этой улицы у меня на канале. Пишите ваше мнение, мне будет интересно. Если вам понравился обзор, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.